45-й турнир памяти Владимира Сечкина прошел в Орле. Эти традиционные соревнования нашей области собрали несколько сотен юношей и девушек из ряда регионов страны. На протяжении 3 дней определяли лучших по разным дисциплинам. Опорный прыжок, брусья, вольные упражнения и упражнения на бревне. Итогом соревновательных дней стало заслуженное 1-е место нашей сборной команды юношей и 2-е место сборной прекрасного пола.